которые были для этого правительства свои и были чужие. Своим все, чужим закон. То есть сегодня в фаворитах, ну, без всякого сомнения, у правительства как раз является Коломойский. И то, что здесь есть внутренний конфликт, он, безусловно, будет отображаться на ситуации внутри Украины. Но закончить я свою мысль хотел другим. Вот знаете, может быть, мы слишком многого хотим, да, и требуем. На самом деле идет, как вы здесь правильно высказались, глобальная геополитическая шахта.